Більше про підтримку Естонії та позицію цієї країни щодо війни, яку розв'язала Росія, поговоримо із Євгеном Криштафовичем, директором Центру європейських ініціатив, політологом з Естонії. Доброго дня, пане Євгене. І одразу хотів би спитати, чи розумієте ви українську, якщо я буду ставити запитання українською? Трохи розумію, так. Добре, тоді, якщо щось буде незрозуміло, перепитуйте. Отже, прем'єр-міністр Естонії Кая Калас заявила, що у Україні приберуть усі радянські пам'ятники із публічного простору, а таких об'єктів близько 400. Скажіть, чи є підтримка у цієї ініціативи в естонському суспільстві? Ну, как сказать, в целом, конечно, да, поддержка достаточно широкая среди эстоноговорящего населения, я думаю, она зашкаливает, она очень высокая, среди русскоговорящих может быть меньше. У нас эту инициативу называют как бы вопросом одного танка, то есть вы говорите о 400 памятниках, да, то есть это всего в регистре находится различных захоронений красноармейцев или каких-то памятников советского времени, но на самом деле вся эта сейчас дискуссия в Эстонии идет вокруг так называемого танка, который находится в Нарве, а не по дороге из города Нарва в Нарва-Йоэсу, это такой муляж советского танка с дулом, развернутым в сторону Таллина. То есть это всегда был такой очень контроверсальный, очень противоречивый монумент, но на него, скажем так, меньше обращали внимания. Но вот сейчас на фоне всех этих событий в Украине его однозначно воспринимают тоже как некий символ агрессии. И вопрос о том, как убрать этот танк, сейчас вот всю неделю обсуждался в эстонских СМИ очень активно, и от премьер-министра ждут действий, да, то есть активно собирают подписи и так далее. Так, а скажіть, а чому саме цей танк? Чому саме в Нарві? Чи зберігається там зараз ще напруження? Просто, ну, щоб наші глядачі зрозуміли. Да, Нарва – это третій по величині город Естонії. Звучить, конечно, очень круто, но у нього всего 60 тысяч жителей, но Естонія – маленька страна. Тем не менее, это третій по величині город Естонії. В нем 98% жителей – это русскоязычные жители. От Нарвы ближе расстояние до Петербурга, чем от Нарвы до Таллина. Это очень специфичный место в Эстонии. Вот, ну, и соответственно, местное население, которое, ну, приехало в Эстонию, как правило, после войны, оно имеет свое представление об истории Эстонии, об оккупации Эстонии, и, конечно, там для них представляет собой некий иной символ, нежели для большинства жителей Эстонии. Поэтому вот вокруг этого очень такая широкая дискуссия. Норвитяне, на территории города, которых находится этот танк, не очень стремятся от него избавляться, а большая часть жителей Эстонии стремится к тому, чтобы этот памятник был из общественного пространства, ну, хотя бы убран куда-то в музей. Ну, и вот дискуссия вокруг этого очень активно ведется, и, конечно, на фоне украинских событий она приобрела уже, и от этого уже никак не отступить, совершенно какой-то новый контекст. Посмотрим, чем это закончится, но я больше чем уверен, что этот памятник уберут. Розкажіть, яке загалом ставлення естонців до війни в Україні і до росіян, зокрема? От ви заявляли, що Естонія потребує депутінізації. Що це означає? Вот это количество красных монументов, да, которые находятся в Эстонии, например, с одной стороны, и вообще вот эта толерантность ко всему этому внешнему российскому влиянию, она в Эстонии и вообще в других странах Балтии была достаточно сильной в течение всего этого времени. На самом деле главный как бы вопрос о монументах, он сейчас даже не столько в Эстонии, сколько в Латвии, где вот Рижская дума проголосовала за демонтаж вот этого самого крупного, большого монумента, находящегося в Пардаугаве, который, ну, манифестирует это советское величие. А сейчас вот в ходе этой общественной дискуссии, которая развернулась после 24 февраля, после нападения России на Украину, что все это на самом деле не является таким безобидной дискуссией о новейшей истории, а на самом деле является вопросом о
как бы укрепление государственности. То есть либо мы позволяем оставить вот все эти символы и считать, что это есть как бы часть, неотъемлемая часть нашей истории, либо мы все-таки называем вещи своими именами, говорим о том, что это была оккупация, и, по крайней мере, эти символы из общественного пространства убираем. Это в наших странах это очень активно сейчас дискуссия развернулась. Ну, до речі, саме до країн Балтії зараз намагаються емігрувати росіяни дуже часто. Естонія і Латвія вже заборонили видавати їм візи, але як ви оцінюєте своєчасність цього рішення? Чи не запізнилося воно? Вы знаете, если честно, ну да, с одной стороны, мне, конечно, сердце очень болит за тех россиян, которые не поддерживают войну в Украине, которые, наоборот, как бы выступают всеми силами за то, чтобы эта агрессия прекратилась и подвергаются репрессиям за эту свою позицию, что они лишатся в том числе возможности быстро эвакуироваться из России в более безопасные страны. Но, с другой стороны, здесь еще есть такой один небольшой момент. После того, как авиасообщение России со странами Европейского Союза и вообще западными странами практически было прекращено, за редким исключением, типа там Сербии и Турции, то миграционное давление после середины июля, когда Российская Федерация упразднила все коронавирусные ограничения на выезд из страны, и все поехали, в том числе туристы, поехали в Европу через Эстонию, Латвию, Финляндию, мы схватили за голову. Мы реально схватили за голову, потому что такого большого давления на наши границы, у нас просто ресурсов нет, чтобы вся Россия ездила через наши пограничные кордоны, ездила в Европейский Союз. Все, кто еще более или менее может как-то выехать. То есть они получают визу, шенгенскую визу в каком-то другом посольстве, едут через нас, и это все очень создает большие проблемы. Плюс еще дополнительное миграционное давление существует от очень большого количества в последнее время поступающих ходатайств о международной защите от россиян, которые, ну, въезжают, первая страна в Европейский Союз, которая не въезжает, Эстония, и они говорят, все, хотим жить в вашей прекрасной стране. У нас прекрасная страна, но у нас страна на 1 300 000 жителей, и если сейчас вся Россия к нам приедет, вдруг, нам немножко будет сложно. Поэтому мы не совсем к этому готовы. Мы готовы принять украинских беженцев, их у нас сейчас более 50 тысяч, это уже очень много для нас. И все-таки украинцы как-то пострадали в этой ситуации немножко больше, и приоритеты все-таки направлены на ваших соотечественников, не в такой степени на россиян. Поэтому мы вынуждены немножко ограничивать миграционные потоки со стороны России. Ну, от ви зараз згадали про таке явище, яке у нас називають «хороші русські», і у нас взагалі точаться суперечки, чи існують такі русські. А як у вас із цим? Естонці вірять усе ще в існування «хороших русських»? Ну да, здесь я, конечно, передаю привет тоже Гарри Каспарову и его форуму, который вот это все, всю эту дискуссию инициировал. Знаете, это, конечно, это очень оскорбительно вообще, вот это вот деление, да, на хороших, нехороших русских, но понятно, что всегда есть, даже глубокое советское время, всегда было даже 8 человек, которые там выйдут на Манежную площадь и выскажут свое мнение против введение советских войск в Чехословакии, в Прагу, оно было даже тогда. Не говоря уже о том, что сейчас в более таком, ну, информационно открытом мире, конечно, число инакомыслящих даже в условиях дичайшего закручивания гаек путинского режима, это тоже есть. Я бы не называл этих людей хорошими русскими, потому что это такой как-то шарик хорошая собака. Это неправильный термин. Это нормальные русские. Это те люди, которые, ну, точно так же, как были нормальные немцы, не сотрудничавшие и всеми силами сопротивлявшиеся нацистскому режиму. То есть немцы-антифашисты и русские антипутинцы, они тоже есть. И слава богу, что они есть, и надеемся на их победу в будущем.
большой вопрос, конечно, в том, как, какими средствами их поддержать и как озаботиться в том числе и безопасность, то есть защита правозащитников, это всегда большой вопрос. Ми вас зрозуміли. Я дякую вам за те, що ви приділили нам час. Нагадаю глядачам, це був Євген Криштофович, політик із Естонії, директор Центру європейських ініціатив.